Начало 2021 года стало настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. С начала этого года мы потеряли множество певцов, музыкантов, артистов. Одной из самых распространенных причин ухода является новая коронавирусная инфекция и острая сердечная недостаточность. По некоторым причинам обстоятельства многих смертей не раскрываются. А по телевидению эта печальная череда ухода представителей искусства никаким образом не освещается. О таких событиях люди в основном узнают из интернета. Советская актриса Татьяна Ивченко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет. Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Ивченко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги. Покойную связывал роман со знаменитым бардом, который продолжался около 2 лет. Через некоторое время артистка родила дочь Анастасию. Несколько лет скрывала ребенка от Владимира Высоцкого. На протяжении многих лет Татьяна Васильевна предпочитала отмалчиваться на вопрос о том, кто же является отцом девочки. Только за несколько лет до смерти Владимира Высоцкого она заявила о его отцовстве. Сам артист, однако, этот факт официально не признавал. Актриса была найдена мертвой в собственной квартире. Ее тело пролежало не менее 5 дней, пока его нашли. Она страдала онкологическим заболеванием. Андрей Малахов готовится выпустить программу «Прямой эфир», посвященную этой великой артистке. Вероятно, там будут затронуты ее непростые отношения с Владимиром Высоцким. Не исключено, что в передаче примет участие и дочь Татьяны. Наш канал приносит искренние соболезнования родственникам Татьяны Ивченко.